мы находимся в спортивно-стрелковом клубе «Невский» на мероприятии «Пулька-2020». У нас сегодня гранд-финал. Мы – это интернет-магазин tut.ru, наша любимая компания «Пульсар» и не менее любимая компания «Фортуна», производители тепловизионных приборов, прицелов, различной техники, в том числе ночной. Шесть лучших стрелков будут определены по итогам года. Наши замечательные спонсоры предоставили призы также всем шести лучшим финалистам и трем лучшим стрелкам, которые определятся по итогам этого турнира. Сегодняшнее мероприятие и вообще, в принципе, Невская пулька, я считаю, абсолютно уникальным форматом соревнований. Он позволяет спортсменам разных категорий соревноваться именно на равных, потому что мы стреляем с разных мест. И очень важно, что полеты построены так, что они все стреляемы, они все видимы. И попал ты или не попал, зависит от твоего психологического состояния и от твоего мастерства. Мы сегодня стреляем с трех рубежей. Это зеленый, синий и красный рубеж. С красного рубежа стреляют мастера спорта и мастера спорта международного класса. Синий рубеж – это первый разряд КМС. Третий и зеленый рубеж – это, соответственно, все остальные. Соответственно, рубежи расположены таким образом, чтобы стрелок с наименьшей подготовкой имел некое преимущество перед тем стрелком, который будет стрелять с красного рубежа. Он находится поближе к мишени. Мишени ему более понятны, скажем так, для его уровня подготовки. Соответственно, следующий рубеж, синий рубеж, он усложняет уже немножко эту историю. И красный рубеж уже стреляют непосредственно те, кто в стрельбе очень давно, очень много понимают. Соответственно, таким образом мы пытаемся выровнять их шансы. Ребята, мы закончили этот тур. У нас на улице стемнело, да. И у нас есть два люди.